хотела спросить, выключение для встречи нужен вызов. Важна ли мама взрослому сыну этот вызов? Да, конечно, конечно. И еще, вот смотри, допустим, женщина плачет, мальчик подходит, что ты, мам, плачешь, надо сказать, ты у меня, сынок, взрослый, уже ты сам должен вот учиться ответственности там, я не могу, я же женщина, я не могу как бы тебя содержать там или чего, ну, то есть вот это надо, вот это раз, а второй вызов. А жена может тоже должна делать? В шутку. В шутку, но не так. Вот, допустим, есть вещи, которые нельзя мужу вообще никогда говорить. Это называется разрушение отношений. Например, говорить, что ты хуже, чем какой-то мужчина. Менее развитый человек. Это все, это капец. Это все равно, что женщине сказать, что ты менее красивая, чем вот та вот женщина. Мужу можно как бы в шутку, вот, допустим, вот добудешь мне червячки, выйду тебе, за тебя замуж. Вот это вызов. То есть ставить перед ним цель, чтобы он как бы достигал.